Добрый день, уважаемые жители республики, уважаемые родственники военнослужащих. В республике продолжается системная работа по предоставлению мер социальной поддержки, которая направлена на оказание прежде всего материальной помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с тем, что их военнослужащие, их родственники непосредственно, значит, оказались в зоне боевых действий. Кроме того, идет работа и по сбору сведений и назначению выплаты самим военнослужащим, в отношении которых не поступили заявления от членов семей. На настоящий момент около 90% у нас обработано заявлений и, соответственно, значит, осуществлено выплат. Остались лишь только те выплаты, которые до сих пор часть сведений не подтверждена. За прошедшую неделю сократилось и число обращений граждан на горячую линию 122. В рамках совершенствования действующих порядков на территории Республики Саха-Якутия, соответственно, готовы оказывать помощь по проезду до военного госпиталя для родственников, по которых предлагаем компенсировать до двух величин прожиточного минимума. Это составляет от 41 до 49 тысяч рублей. Кроме того, главой Республики Саха-Якутия дано поручение включить в категорию получателей именно социальных выплат, и мы сейчас это отрабатываем, братьев и сестер тех военнослужащих, которые являются сиротами.